Наваи и Абай – преемственность общечеловеческих ценностей. Международный форум под таким названием прошел сегодня в Алматы. Его организатором выступил Казахский национальный педагогический университет имени Абая. Участниками встречи стали историки, культурологи и литературоведы из Казахстана и Узбекистана. Основной темой форума стала пропаганда духовных и философских основ развития современного общества в контексте богатого наследия двух выдающихся мыслителей Центральной Азии – Алишера Наваи и Абая Кунанбаева. В ходе встречи были анонсированы совместные проекты высших учебных заведений нашей страны и Узбекистана. А в Национальном педагогическом университете открылся также Центр Наваи. Организована художественная выставка. Наследие Алишера Наваи, оно бесконечно, очень много изучается во многих странах, точно так же, как и наследие великого казахского просветителя Абая. Алишер Наваи как-то сказал: если нету языка, нету нации. И эти слова действительно они правдивы. И мы сейчас вот видим, сколько придается большое значение развитию языков. Как казахского языка, так и узбекского языка. Развитие языка. Ведь и это все должно быть очень поучительно для нашей молодежи. Почему? Потому что молодежь всегда должна знать свои корни, свою историю.